пресс-секретарь Игоря Ивановича Стрелкова. Меня зовут Настя Михайловская. Собственно, всю вот этот приезд Ивана организовали мы, Игорь Иванович Стрелков и Сергей Николаевич, наш прекрасный друг, который организовал нам все здесь, безопасность и такой быстрый, вот, то, что мы вас всех собрали здесь. И Иван, наверное, хочет сказать, что большое спасибо всем. Не просто большое спасибо, а нижайший поклон до земли. А относительно мероприятий, которые будут в дальнейшем, я поговорил с Игорем Ивановичем, Стрелковым, а в тот тем же вечер поговорил с Игорем Ивановичем Сукачевым. Я его спросил, поедешь на Новороссию? Он сказал, ну а как же. Вот. То есть он в декабре, скорее всего, приедет с концертом, там у него в графике где-то он найдет место, где ну, приедет. Потом я поговорил с Димой Харатьяном, Дим Харатьян приедет, Ольга Кормухина приедет, и значит, группа «Серьга» приедет. Но это пока вот предварительные, вот, я думаю, что гораздо больше людей будут приезжать, потому что, ну, чем можем, как говорится. А что касается большой земли и малой земли, мне кажется, что это одна земля. И мне кажется, что Новороссия есть и всегда будет. Слава Новороссии! Сергею Николаевичу поклон до земли, просто замечательный человек. Я вообще восхищаюсь людьми, которые здесь живут. Вот все, кого я встретил, со всеми, с кем я общался, мне вообще везет по жизни. Вот Господь как-то меня окружает, ну, хорошими людьми. Я не заслужил этого, видит Бог. И вот от здесь это прям вот я восхищен. Я восхищен с каждым встреченным человеком здесь. Вы молодцы, вам держаться, вам всем живыми и здоровыми быть. И пользуясь случаем, с наступающим вам исполнение самого желанного, что есть. И пожелание мира, здоровья, любви, терпения вам, вашим семьям. В первую очередь, конечно, мира, потому что вы люди работящие, боевые, и вы настоящие русские. Вы разбудили Россию. Храни вас Господи. Еще я хочу сказать очень важную вещь, что все, что здесь происходит, мы видим только через фотокамеры ваши и через ваши камеры. И вот у нас есть наш герой, это Геннадий Дубовой, который снимал все это время все военные события, которые здесь происходили в аэропорту и вообще везде, где был отряд «Моторолы». Геннадий Дубовой был вместе с ним. И, собственно, Россия видит вас и вашу борьбу через глазок его камеры. Поэтому мы решили подарить ему вот эту очень важную вещь. Поскольку Геннадий сейчас лежит со сломанной ногой, он не смог прийти. Пришла его жена Татьяна, и Иван ей...